В Атырау жителям дома, признанного аварийным, вручили ключи от нового жилья. Семьи празднуют новоселье в уютных светлых квартирах. Отметим, что в регионе запущено несколько программ, касающихся темы аварийного жилья. Этот дом, расположенный по адресу Азатек 76, был построен в середине прошлого века. За 76 лет строение сильно обветшало и в любой момент может рухнуть. Здание попало в список аварийного жилья, что логично с учетом его состояния. Лариса Тудакова – одна из тех, кому выделили новые квартиры, поделилась своей радостью и выразила свою признательность. Большое спасибо государству, что уделило нам внимание, что не оставили нас вот в таких развалинах. Где мы жили, не было ни туалета, ни воды, ни ванны. В общем, мы очень благодарны. По словам заведующего сектором Атырауского городского отдела жилищно-коммунального хозяйства Нуржана Саясат, в настоящее время в городе приняты комплексные меры в отношении аварийных домов. Поэтапно реализуются такие программы, как реновация, направленные на строительство новых домов инвесторами. Дом, построенный в 1947 году, был включен в список аварийных домов. И вот сегодня жители этого дома получили квартиры в ЖК «Модерн» за счет городского бюджета. До конца года жители еще одного аварийного дома будут переселены в новое жилье. Сейчас в регионе насчитывается 112 многоквартирных аварийных домов, из них 82 в городе Атырау. Дополнительно проведено техническое обследование еще 24 домов. Алишер Тулеген, Нурлыбек Багыт, телеканал Атырау.